Вот так лежишь наконец-то в гамаке. Кот орёт. Комары летают, кусают. Холодно, пришлось кофточку одеть. Кошка исцарапала, когда её спасала от животных других. Да даже до крови. Я вот хочу там одно гнездо заснять. И вот сейчас как раз про него вспомнила. Что-то ласточки свить-то свили, даже подвили, ещё завили. Но... Ездила позавчера в Прилуки, видать, тут коты шарахались. Не знаю, что они сидят. Вроде как и подлетает, и при этом не до конца. Ой. Поворот. Ой. Гнездо. Моя ошибка, надо в следующий раз перевести сюда еще одну камеру, чтобы на более конкретное такое приближение сделать и увидеть, что там с этим гнездом. Велик. Сейчас будут мои ноги, наверное, на которых сидят частично комары. На этом столбе в прошлом году еще сидел аист, но в этом году какой-то моральный ублюдок и его укокошил. И мне вроде как кажется, что аисты, они это, под защитой чего-то там, ну, как бы мочить аистов нехорошо для того, чтобы закусить ими. Вот купила или еще что-то. Я вон тут монтирую, чтобы в город приехать, поставить заливаться. Ошибка моя. Ну, мне в этот раз что-то перед деревней так осточертел даже YouTube, что мне не хотелось ничего не монтировать, не заливать, ничего там, максимум только шорт с телефона закидывать. Но у меня что-то дофига этих шортс на телефоне, еще куча всего закидывать. Короче, поставлю, ну, как бы залью и поставлю на время публикации. Перед следующей поездкой в деревню так тоже надо сделать, вот. Чтоб канал более-менее живой был. Чтоб люди заходили, а там раз и видео выложилось. А Лёля при этом в деревне, раз вот тут со связью как-то странно в этом году. Надо еще, наверное, камеру для велика покупать. Потом перед уездом соседа попрошу подлатать у меня тут этот... Есть заплатки, даже клей вроде был. И камера еще прошлогодняя есть, самая первая от этого велика. Что-то не везет мне на переднее колесо ни у того, ни у другого велика. Фу-фу, тук-тук. Даже постучать по дереву негде. Не знаю. Короче, фу-фу, тук-тук, хорошо с тем великом в этом году порядок. Я, по крайней мере, надеюсь, что так и есть по моему приезду будет. Но вот почему-то передние колеса как-то страдают. Эх. Я еще хочу вдоль деревни потом пройтись. Вот окна я пока не мыла, что-то как-то не с руки было. А, антенна-то стоит все-таки. Я думаю глянуть, стоит антенна или уперли. Не, стоит антенна, никуда не уперли. Короче говоря, окна не мыло, да и птички как-то не сидят особо. Чтобы заснять, как они залетают, хочу пройтись по деревне потом, чтоб, может, новая заставка была. А то кто-то в комментах писал, а что в деревне один дом. Ну, тут не то чтобы один дом, зимой тут живут в двух домах только. Но вы можете купить какой-нибудь дом и жить тут, поднимать деревню хрен ли. Короче, потом с камерой хочу пройтись. Вроде как сегодня должны были приехать в гости, ну, в смысле, пчелам, но пока вот что-то никого нет, хотя погода вполне себе для пчел. И в РФ вроде как даже выходной законный. То ли День России, то ли День Конституции, я их путаю. Оба вроде 12 числа, с разницей где-то так в полгода, или как-то так. Сегодня у нас вот именно самое 12 июня. 2023 года.